У Гомеля отбылся заключный этап взлету юных сябров милиции. 200 школьников из всей области выпробовали себе в ведении законов и приема рукопашного боя. А с заходом споборництва сошила Ганна Ковалева. Люди в форме, экспонаты из музея криминалистики и узоры соправдной зброи. Гомельский державный профессийный политехничный лицей на один день стал подобным на отделение внутренних справ. Установа стала пляцовкой для проведения областного взлета юных сябров милиции. К принятию ему дел приехали 200 школьников из всех районов области. За звание лепшей измагались 25 команд. Проведение слета юных друзей милиции ставит перед собой две задачи. Первая – это, конечно же, профориентационная работа на профессию милиционера, что немаловажно сегодня. И вторая задача – это, конечно же, занятость детей, которая позволяет отвлечь ребят от улицы. Идея з основания злюту з'явилась 2 года тому. Организаторы одразу вырашили обовязково притягивать до удела детей, которые потребуют повышенной педагогичной уваги. На этот раз такие школьники были у каждой из команд. Что радует руководство УДА Гомельского усталкома, лично меня, это то, что это наши ребята сделали свой выбор. Пусть не каждый из них станет милиционером, не каждый станет сотрудником МЧС. Вместе с тем, повзрослев, они займут правильную жизненную позицию и, самое главное, будут законопослушными гражданами. Что немаловажно, на них смотрят их сверстники, друзья, товарищи, которые тоже сделают, я надеюсь, свой правильный выбор. Визитовка команды, строевая, огневая, медицинская подрыхтовка, рукопашный бой и ведание правовых основ. Этап излету подобны на экзамены во установы адукации Министерства внутренних справ. Дарыч, многие из этих школьников уже сегодня вызначились с будущей профессией. Мне нравится как бы участвовать в таких мероприятиях. Меня это многому научил, я много этому научился здесь, научился правильно маршировать, научился слушать своего командира. Физически развиваюсь, морально тоже, умственно. Хочу поступить в силовые структуры Республики Беларусь, как бы я считаю, что мне это понадобится. Перемогу злете юных сябров милиции завоевали навучинцы 14-й школы города Мазыра. Другое место у команды 21-й школы центрального района Гомеля. Третье у навучинцев Речицкой школы номер 7. На республиканском узроуне подобное споборництво покуль не проводится. Тому областный этап по сутности является финальным. Дарыча, злет юных сябров милиции является ноу-хау Гомельщины. Таким прикладом суместной работы специалистов сферы адукации и супрацовников милиции у справе выхования сегодня может похвалиться только наш регион. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».